Дима! Да, ветер разгулялся. Слушай, какой звук ветра. Алло, мамуль. Алло. Ну что за свет, сука? Блять, как она меня выводит из себя? Да, и деньги ж не маленькие стоят, такая связь у нас. А связи нет. Слышишь, иду, это меня тип встречает там. Ну, это пацанчик. Ага. Ну, тоже там. Иногда мы на рынке пересекаемся. Вот это, брат. Пойдем через дворы. Так. Говорит, ты звезда. Можно с тобой сфотографироваться. Я такой чуть-чуть. Я смотрю там. Игорь, канал. Да, слышишь, канал этот вообще серьезно, конечно. Ну, конечно. Вот если бы ты с этим каналом, вот когда мы плов у меня был и готовили, ты что, у нас бы столько клиентов конечно. Было. Никогда ж не поздно. Новая площадка, да? Да. Вон какие беседки классные. А, это только ставят их. И... А это что это такое? А это столы такие. Ну вот, видишь, вот сидушки. А, ну это этот, лежат. Их только устанавливают сейчас. Да, нет, качели классные. Я думаю, здесь еще насыпь какую-то сделают. Турнички, брусья. Да, только что тут нету этого. Что они не сделали какую-то такую площадку? Я думаю, что сделают насыпь. А мне кажется, тут будет зелень. Но для такого кусочка навряд ли будет такое ложить. Посмотрим. Мне кажется, здесь насыпят что-то. Тротуары и дороги во дворах уже на должном уровне. Приветствуем, друзья! Вышли с Демьяном прогуляться по городу, посмотреть, как Мариуполь восстанавливается, заодно и покушать где-нибудь. Да. Мест у нас, правда, немного, выбор небольшой. Всем привет, друзья! Самая вкусная шаурма здесь по городу – это в кафе Royal. Уже проверено. Есть места и подороже, но там, где дороже, не значит, что там вкуснее, как правило. Нужно проверять. Через дорогу больница номер 3. Такое типа будет, да? Угу. Здесь раньше было кафе, пекарня «Хлеб дю Солей». Его уже начали восстанавливать. Окончание работ в декабре 2023 года. Покушали с Димой шаурму. Понравилась шаурма? А я чуть язык не проглотил. С таким удовольствием утрепал вообще аж. Нет, классно. А я вот что-то, что простенько. И огурцы вот это хорошие, не квашеные. А именно такой классный, маринованный, хрустящий. Класс.
проспект Ленина, 74. Проспект Ленина, 72. Фонтан огородили забором. Будут восстанавливать. Вот это вот квадраты с землей ставили. Туда, наверное, деревья посадят, да? Я думаю, да. Ну, если бы они не планировали, бы они бы там вот залатали, да? Конечно. Так, наверное, елки туда посадят красивые. Сейчас такие машины есть, вот так раз, с корнями, оп. Да, да, да. Я видел тоже. Красивый гипромес, да? Стал. Ты прикидываешь, мангал не продается. Тот уже большой. Все продали, да? Да, да. А тот нет. Уже цену в половину снизили, чтобы только деньги не вернули. Завал. Подземный переход уже восстанавливают. Я говорю, я когда на конюшне не был там в Мангуше, короче, деваха одна пришла, ну там со школы, ну такая же, 11 класс где-то, говорит, хочу учиться верхом ездить. Ну давай, ходи, говорим, будем тебя обучать. Иди, говорю, выбери себе лошадь там из тех свободных, ну за которой ты будешь следить, там ухаживать. Короче, будет как бы типа твой конь там. Ну, она выбрала себе там жеребца. Ну, две недели, короче, проходила, там кое-чему ее научили, там, как поводом, там, как руками, как в случае чего, что делать. Ну, и собираемся мы ехать в степь. Угу. А в степи лошади совсем другие. У них тогда настроение поднимается, не такое, конечно, как в базу там. Ну, она спрашивает, говорит, а что делать, если конь становится непослушным, и я не знаю, что с ним делать. Мы, говорит, ну... В плане безопасности мы это самое привязываем тросиком леской за яйца, если же его так раз и дергаешь. И он тогда раз успокаивается. Она пошла до конюха, говорит, дядя Степа, говорит, дайте лески кусочек. Он говорит, ручник будешь делать? Да. Короче, пошла она. Ну, сделала петлю, кинула коню на яйца, ну и, короче, провела через этот, к седлу там. И, короче, мы же ржем все с этого, с этой кинокомедии. Ну и, короче, поехали мы в степь, едем там, рысим, то немножко кентера там даем. Короче, тут подъезжаем к камышам, а из камышей, короче... Ну, птички как вылетят, да. Кони как испугались. Ну, им надо сразу так, чи-чи-чи, там по шее похлопал, успокоить как бы. А ее конь как испугался, я говорю, давай за этот тросик дергать. Как давай задки выбивать там такой. Короче, она как ебнулась с этого коня. 10 километров и шла пешком. Обалдеть. Ну, у нас такое правило, если конь тебя сбросил в степи, ты идешь пешком, потому что он уже бежит домой. А, его понятно. Уже никто не остановит, он глаза закрывает и бегом домой. Вот такая кухня была, что-то сейчас вспомнил ее. И представь, вот она поверила в это, понимаешь? Это было жаль, конечно. Так я тебя слушал и думал, верить тебе или нет тоже. Я не знал. Нет, так, ну мы вот так вот тут... Просто решили. И конь как испугался, значит, за этот тросик дергает, а он задки как начал выбивать. Это было просто. Приветствуем. Привет, брат. Привет, мужики. Два кофе набрать, сделай, пожалуйста. Побольше, да? Да. Да. Вкусно. Да, веселая история. И вот это что-то сейчас вспомнил за эту
историю, вот мы ржали. Вот сколько с лошадьми был, я только один раз у нас у меня был, что я летел, конечно, в базу, взял там, ну, мой конь приболел, угу. А я взял другого. Ну, и в базу так немножко думаю, ну, хоть бы верхом поездить, как бы. И ветром открыла бас, этот, бас открыла, и он такой скользкий, его, это, динамит звали. Ветром открывать, и он, короче, резко вот так 90 градусов и поворачивает. Игорь, я вот так как лечу, хорошо, что я задевался, понимаешь, я знаю, как группироваться надо. Я только голову вот так отгинаю, и вот так боком раз, и на ноги встал. Илюха стоит, обалдеть. Этот дружбан мой там, говорит, Димон, я смотрю, ты летишь головой, думаю, уже все. Говорит, думаю, сейчас снарядит прям в этот. Ну, то один раз у меня такое было, что я упал с коня. А так... Да. Ну, лошади это такая штука, если ты верхом не умеешь ездить или не чувствуешь коня и вообще не знаешь, как с ним себя вести, то лучше не садиться, кайфу не получишь. Конечно. Кайф получаешь только когда ты знаешь коня, он тебя знает. Тогда, конечно, в степь поехать можно галопа дать. Я, у нас там когда-то стоял конь Януковича, Мигом. Угу. Был такой конь, он, короче, на элите первым был в Украине. Игорь, у него, короче, размер копыта 0,5. Это вообще, вот, ну вот меньше, чем мой кулак. Угу. Вот, ну, вот меньше, чем мой кулак. Вот такой размер копыта. И ножки такие тоненькие. И, короче, Леська говорит, Дима, бери Мигома. Я говорю, да куда его брать, он, ну, худенький. Говорит, бери, не пожалеешь. Угу. А у нас, короче, мы готовили их перед соревнованиями. У нас такой был, разогрев был с горки, угу. Потом ровная, ну, дорога, это кентер, это легкий такой галоп, он как не рысь, кентер. И на гору уже полный галоп давали. Угу. Ну, короче, чтобы круп, ну, качать им, да. Чтобы жопа мышцы. Была, круп был вот такой огромный. Ну, и, короче, я рыбы откентировали, и тут на подъем я его как пускаю. Я тебе говорю, он так и шел, у меня слезы с глаз от встречного ветра. Ничего я себе. Только вот так, я повод уже бросил, за гриву ухватился, чтобы тут был повод. За этим, за гриву ухватился, угу. Вот так присел, и вот так на нем дую, вот так вовсю. А у меня слезы с глаз. И вижу впереди кроты, это норы, короче, понарывали, да. Кроты. И сам себе думаю, хоть бы вот сейчас ногой в эту яму не встрял. Да. Потому что если вот сейчас судит туда ногу, это будет все. И нога он поломает, а его уже потом лечить никто не будет. Потому что да. Уже, да, ну это проблемно как бы. Ну я так это самое, ну повод подобрал так, ну удачно. Но я тебе говорю, он меня так прокатил, что у меня, я тебе говорю, я это... Забыть до сих пор не могу. Ничего. А с сиропом, сахаром? Положку сахара. А где сиропчик? Бахни, брат. А сироп какой? Соленая карамель. О, вкусный. Мне, я это, только не переборщи, брат. О. И мне давай. Тоже. Да, пожалуйста. Хоть это вообще, это такое, это такая жизнь, думаю. Они очень умные. Умнее, чем собаки, да? Ну, умные они, да, Оля прямо аж стоит вот там. Ну, они тоже есть хитрые. Они как и люди, все разные, Игорь. Угу. У нас такая-то миотида была. Сука мы ее называли. Ну, что ее назвали, сука? Денег вычистишь. Вот такую солому ячневую подстелишь, я всегда вот такую подстилку стелил. Вычихаю, горит вся. Сука, насрет посреди делика и в нем выкачается. Да. А еще насрет и насыт, и в нем же выкачается. А она же так, если коди стоят, если главный это дядя Вася это, да, зайдет сапах, блядь, все, коди должны гореть. Угу. Конюшни должно быть чисто. Это, ну, строго как бы такое. Я никогда не катался верхом на лошади. Там мы как-нибудь поедем там в Мангуш. Сейчас там вроде я знакомую встретил, она говорит, что вроде опять там школу возобновили. Mm. Ну, вроде бы как. Но я не знаю, правда, какие там кони. Ну, мы поедем. Это, конечно, такое. У меня дома, кстати, фотки есть. Покажешь? Да, конечно. Да я и верхом тебя даже научу ездить. Класс.
Ну просто ну, слушай, это интересно будет очень. Просто что верхом это знаешь, как бы это не за один день, конечно. Да, 100%. Это надо немножко как бы по. И желательно, чтобы коня ну, выбрать себе, чтобы один был не. Угу. Для начала нужен один, а потом нужны разные кони. Угу. Для мастерства нужны кони разные. Для опыта, да? А для того, чтобы научиться, нужен один. Та лошадь, это я тебе говорю, это совсем другая жизнь. Это жизнь в такой песне, что ты живешь не в этом мире. Угу. Ты живешь вообще в другом мире. И такое впечатление иногда, что и на другой планете. Класс. Я тебе честно говорю. Особенно, если это кони ну, чистокровные. Понимаешь, не вот эти клячи колхозные, а вот именно чистокровные. Именно такие, что в которых есть и душа, и красота, и скорость, и вообще все. Ну, да, многие, вот некоторые люди, вот если попадают на конюшню, все, он себе жизнь уже определил. Вау.